За неделю на водоемах области проведено 22 контрольных мероприятия. Раскрыто 23 нарушения природоохранного законодательства. По двум из них заведены уголовные дела. Первое задержание браконьеров произошло в Драгичинском районе. Задержаны двое граждан, которые с использованием ПВХ-лодки надувной и трех рыболовных сетей общей длиной более 120 метров добыли 80 особей различных видов рыб, причинив вред на сумму больше 230 базовых величин. Аналогичное задержание произошло и в Пинском районе. Правда, на этот раз на запрещенный промысел вышла женщина. Жительница Пинского района с использованием рыболовных сетей длиной более 75 метров добыла 19 килограммов различных видов рыб, причинив вред окружающей среде на сумму 115 базовых величин. В ее действиях также был усмотрен состав уголовно наказуемого деяния и была вызвана следственно-оперативная группа. За неделю из незаконного оборота изъято более 2 километров сетей, 29 прочих орудий и приспособлений для браконьерского лова.